Всем привет, вы на канале Летний, и продолжаем проходить Stardew Valley. Это уже какая-то там серия, я даже не знаю какая, потому что по счету я уже сбился давным-давно. Ох, как же много у нас всего тут стоит. Я бы на самом деле, знаешь, что создал еще один сундук. Нужна древесина. Сколько у меня древесины? 120 штук. Жалко. Жалко на самом деле, знаешь, потому что я хочу потратить ее на как бы этот. У нас же как бы там силусную башню надо строить. И такие вот дела разные. Поливать, конечно же, поливать. Чем мы еще займемся? Поливать, конечно же. Я думаю, мы прокачали вот эту рыбалку в прошлой серии. Я думаю, нам стоит все-таки порыбачить сегодня. Уж не знаю, что там повезет, не повезет. Но порыбачить стоит, знаешь почему? Потому что денег у нас нет. Ферма у нас простаивает. И это плохо, потому что... Застой прям на ферме какой-то. Я прям не хочу, чтобы все стояло. Надо, чтобы все работало, все росло. Неслось там, и все вот эти вот дела делалось. Полей, пожалуйста, нормально. Я даже не вижу... собрать можно. Хорошо. То есть мы вот это еще допольем, нальем. Я уж не знаю, надо закупаться ли этими семенами. Просто очень-очень не хватает силы на полив. Очень невыгодное дело поливать эти растения. Но типа, а куда от этого деться? Ох, ну да ладно. Я пока запасы собираю этой пшеницы, потому что... Она, наверное, пригодится на самом деле. Хотя вот это, наверное, для продажи, наверное. А вот это для... Да, корм для животных. То давайте я продам. Типа, мне не жалко. Да? Ну-ка посмотрим, что тут можно сделать. Ну, типа, да, наверное, продаем. Потому что я не вижу много смысла, чтобы с ним что-то делать. Так, птички пускай гуляют, наверное. О, да ладно. А вы выросли уже? А что так быстро? Я думал, вас надо кормить. А вы как бы... Бандит, возраст 1 месяц. Ты тоже несешься? Прикольно. Так, курочка. Кёрл выглядит сегодня особенно счастливо. Я бы ей дал поесть, но что если оно... Оно не работает. Ладно, они снеслись, это уже хорошо. Мы откроем им, пускай гуляют. Молодцы, просто прекрасно. Пошли в магазин, наверное, и пойдем на рыбалку. Так, яйцо будем продавать, не будем. Это 2 разных яйца. Белое и коричневое. Ну, это нормально, на самом деле. Я, наверное, посмотрю цену сначала, сколько оно стоит. Если оно дорого стоит, то как бы это было бы неплохо. 50. Ну, дешево, на самом деле, дешево. Не так уж дорого. Ладно, продаем пшеницу. И закупаемся всем понемногу. Наверное, начать надо с чего-то более дешевого. Допустим, перца. Или пшеницу еще купить. Давайте я пшеницу еще куплю. 10 штук, например. Куплю. Так, помидор. Штук. Тоже 10, наверное. Ну да ладно, не будем пока сильно разгоняться. И перец тоже купим на 10 штук. 7 штук. Ладно, не хватило. Не хватило. Ну, яйца я оставлю, может быть, что-нибудь поготовим немного когда-нибудь. И как бы да. С шортами у нас беда, у нас там мы все проверили, мы все знаем, где что находится, но мы ничего пока с этим сделать не можем, потому что нас не пускают туда. Поэтому ладно, пока не будем об этом париться. Так, кораллы, кстати говоря, может быть, в клуб занести надо будет. А может быть и не надо. Что-то море позеленело, нет? Странно.
Так, чайки, и что там продается, нет? Так, у меня есть наживка, кстати. 9 наживки, давай закуплюсь немножечко. Сколько, по 5? О, на самом деле, не жалко мне. Как же это... Ага, и вот сюда закинем. Я надеюсь, рыба будет нормальная сегодня. Я не посмотрел, сколько там... Да зачем ты леешь эту? Ну ладно, наполнил, так наполнил. Я не посмотрел, что там по удаче сегодня, но... Так, клюет. Опа, опа, тихо. Какая-то нормальная рыба еще пока. Так, у нас продается рыба теперь подороже. Камбала. Ну-ка посмотрим, сколько я смогу с ее продажи заработать. 150. Ну, слушай, рыба ничего так вроде расходится. Надо, давайте половим, наверное, вот этот день. Подзаработаем немного и... Главное, чтобы рыба была спокойной, не буйной. Тогда все будет хорошо. Сундук, жаль, не поймали, но да ладно. Вот. Зарабатывать надо и строить, конечно же. Я думаю, может быть, хотя 5000 мы вряд ли заработаем. Надо ловушку купить на крабов, на самом деле. Не ее лень выготавливать, потому что там нужно железо, а железа у меня нет еще. Так, мелкая камбала. Как она работает, эта ловушка, я без понятия, на самом деле. Надо будет изучить это дело в процессе. Так, ну смотри, сегодня рыбалка у нас прям удачно идет. Рыба спокойная. Наживки у нас, в принципе, думаю, хватит. Еще можем купить, чем проблема. Не, ну смотри, рыба сегодня ловится прям отлично. Каждый день бы так ловилась. Чё по месту у меня там в инвентаре есть, нет? А, еще немного есть. Там какая-то элитная прям рыба выловилась, поэтому мы ее продадим дорого. Ну поклёв, ох, вот это дикая уже рыба, нет? Чуть-чуть держимся, держимся, держимся. Ты чё такая? Так, я это упустил, походу, нет? Так, сейчас она клюнет ниже, ага. Так, ну все, поймалась. 100%. Жирная какая-то, тунец. Ну, не то чтобы жирный, но надо продать. Надо продать на месте, чтобы освободить место. Вот это жирная прям. Все, 1000 уже есть. Я бы ловушку на крабов купил, если честно. Посмотрел, что это такое на самом деле. И как оно работает. Если это выгодно на самом деле, то закупимся ими и тупо будем крабов ловить. Ну, неплохо. Там, по-моему, рыба тоже неплохо. Так, спокойно, тихо, не шимурши. Только не убегай. Ну все, это поймано. Поймано за нас. Новый рекорд. Большая, что ли? Ну, не слишком. Так, давай, сколько там стоит эта ловушка? 1500, не хватит. Жалко, что не хватит. Это печально. Вот это, кстати, можно подарить. Так, сломанный диск, это на продажу. Как мусор, но продастся он. Так, опять какой-то мусор ненужный нам. Это, кстати, нам нужно. Если мы хотим купить, построить себе рыбную вот эту вот... То ли аквариум, то ли что-то там, какую-то ферму рыбную. То это будет, на самом деле, полезно собирать. Тихо. Так, ну, нормально, ловим, пока держимся. Надо посмотреть что-то по наживке, на самом деле. Ну, смотри, за рыбу неплохо дают деньги, прям. Если мы еще и прокачали на, сколько, 25%. То мы наваримся за пару дней. Если еще так половим немного. Но, на самом деле, это не очень интересно смотреть. А, в смысле? Пропустил клёв.
Окей, мы сейчас сходим к Робин, наверное. Так, сейчас пятница, лучше было бы сходить в салон, на самом деле. Посмотреть, что там, да как там. Угостить кого-нибудь. Мы, кстати, этим заниматься тоже должны. Денег-то у нас хватает, но... Так, последняя наживка использована, пошли купим. Так, ну это продать, продать. Блин, может купить крабовую ловушку? Положите ей воду и начните наживку. Приходите в салон на следующий день, работая в реках, озерах и в океане. Ну, не знаю. Ну, она ловит сколько? Один? Если один, то это плохо. Ладно, пока не буду покупать, куплю наживочки немного. Ну, 10 штук. И заправим. Вот это, конечно, удочка получше, чем та. Надо ее тут, ту удочку было бы продать как-то. Потому что она абсолютно без... Хотя, не знаю, может быть, не такая бесполезная. Если нам нужна конкретно какая-то рыба, какого-то конкретного вида, то, наверное, эта удочка будет поинтереснее. Подожди, я отвлекся. Так, еще штук 10 наловим и пойдем, наверное, к Робин. И куда я хотел сходить? А, в салун. В салун сходим, значит. По вечерам они вроде как там собираются. Так. Я на самом деле просто отвлекаюсь на свой счет, смотрю, сколько у меня денег, на что мне хватает. А мне на самом деле ни на что не хватает. Ну да ладно, ничего страшного. Так, у меня энергии кончается, надо пожрать. Надо заканчивать с рыбалкой уже. Хоть она и приносит много денег, но долго этим заниматься не получится. Так, ну ладно, я оставлю энергию еще лишнюю. Так, это сдать, сдать, сдать. Получается 2000 за день. Если я еще продам вот эту фигню. Так, ну хорошо. Пошли отсюда. Так, это что? А, семена. Семена закупили для того, чтобы, как бы, да. На самом деле, я не знаю, по крабовой ловушке. Оп, стоп, 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 стоп. Якорь. Целый якорь. Так, вот я сдаю в музее. Почему мне не платят за это, как бы? Типа, я же нашел как-то, нет? Чуть как-то нелогично, на самом деле. Так, а такой артефакт и не платить за такие находки, это странно. Кстати, чей-то дом? Кто любит здесь моря? У меня есть якорь. Кому подарить якорь? Нету никого здесь. Так, а где же этот салун? Подожди. А, чуть-чуть выше. Чё-то я немного промахнулся, по-моему. Туда сейчас должны собрать... Не застревай, пожалуйста. Так, я могу сожрать, кстати, уху, но зачем? Если я могу приэкономить и как-нибудь в следующий раз использовать. Заходи, заходи. Зайду, зайду. Так, у нас тут игры идут. У нас тут все, в принципе, идет. Кстати, ну... Может, поиграем? А, сесть? Я не хочу сесть. Поиграть. Хм, может, если закрутить шар сверху, то... То что? То непонятно, что? Я бы с ними поиграл, но они не хотят. Ладно, пообщаемся. Мне иногда хочется, чтобы у меня была кошка. К сожалению, у папы аллергия на все подряд. Бывает, бывает. Так, это не... А что ей подарить можно? Коралл, мидия. Так, она любит вроде как смотреть на море. Потому что, да. А, это рыба. Тогда коралл подарим. А чё нет? А чё бы не подарить? На самом деле, попробуем. Ты мне это даришь? Спасибо. И чё, понравилось ей? Нет? Джоди, кстати, уже 2. И тут Робин 2. Угу. Неплохо, неплохо. Устанавливаем, так сказать, контакты с нашими друзьями. Эбигейл еще.
Надо тоже установить. Джорджа Кола я не буду покупать, это хрень какая-то. Так, ну хрень не хрень. А я куплю одну, на всякий случай. Выпить. Ой, она нищенская просто, пиздец. Пьер, я работал всю неделю, заслужил немного отдохнуть вечером в пятницу. Да-да, отдыхай. Да, я присяду к тебе тут. А чё ты развернулся-то? Пожалуйста, нормально сядь. Пожалуйста, нормально сядь. Ну как-то ты тоже не сидишь нормально. Вот так нормально сидишь. А можешь не вставать? Нормально сидим, порядочный человек. Чё ты встаёшь вот это вот, серьёзно? О, пойдём к Робинсу сядем. Это же Робин, да? Ну-ка, ну-ка. А что ты садишь? А, Лея. Так, с помощью подсочника можно добывать сиропы и другие полезные жидкости напрямую из дерева. Спасибо за совет. Но я уже об этом узнал откуда-то. Так, ваши шорты там, кстати говоря, я знаю. Добрый вечер, рад вливаешься в коллектив. Будет полезно иногда зайти сюда и узнать все же новости. А, ну давайте поузнаем все же новости. Так, выглядишь озадаченно. Думаю, это горячего летнего воздуха, у каждого немного закружится голова. Может быть. А, ты так прыгаешь? Непонятно. Дела сегодня идут бойко, я доволен. О, кстати, подарим тебе яйцо одно. Может, что-нибудь приготовишь там, не знаю. Ой, как мило, спасибо. Ты же вроде любишь это самое готовить, нет? А что вот это такое? Музыкальный автомат. Тема при загрузке игры. А как это, что-то менять можно, да? А, вот она. Там, вот эта музычка с главного меню, кстати. Так, вот это что такое? А, это стандартная. Вот это вот наша. Так, тема дедушки. Вот это прикольно, кстати. Такая легкая, можно сказать. Музыкальная шкатулка. Ну, тоже так ничего, кстати. Новый дом. Тоже неплохо. Весна. А мир такой большой называется. Так, это какой-то эмбиент. Так, подожди, мне надо добавить громкости. Ничего не слышу. Вот это тоже неплохо. А, это стандартная, да? Да-да-да. Так, вот это что? Так, а что тут есть еще? Чуть-чуть-чуть. Импровизация по дикий хрен. Ну-ка, давай-ка. Ага. Прикольно. Так, тут так много всяких музыки. Марлон. Как же у них много тут этой. Так, отголоски. Это что такое? Что-то скучное. Давай Тропикану. Вот Тропикан нормально. Здесь музыку можно менять. Прикольно. Я буду сюда заходить, музыку менять. Будет новый репертуар у нас на видео. Это будет хорошо очень. Так, ну что там, пацаны, играете, нет? Может податься Сэму разок, не перебьется? Ну подайся. Давай подайся, да. Так, он музыку, кстати, любит, тоже прикольно, на самом деле. Надо что-то подумать про музыку. Чё, общаемся? Если с Мару подружитесь, то она наверняка покажет тебе, как пользоваться ее телескопом, который стоит на заднем дворе. Спасибо. Я бы подружился, на самом деле. Заманчиво, правда? Ты прям намекаешь на то, что надо, да? Ну, это хорошо, да. Заманчиво, конечно же. Так, и чё-то, ага. Мы здесь почти отрезаны от мира в долине Стардию. Ага. У этого есть свои плюсы и минусы. Так, на самом деле я тебе еще виноград хотел подарить. Спасибо, очень интересный образец. Так, Димитриус, уже два подарка. Больше дарить нельзя, походу, да? Ну ладно. А что я вышел-то? Посижу, поем. Хотя мне пора на самом деле домой, там еще надо дело закончить. Но музыку переключать, это прикольно. Мы нашли автомат музыкальный.
Неплохо. Буду знать, если надо есть музыка, то я переключу ее какую-то интересную. Какой-то ambient включу. Так, шо у нас тут все полито вроде как. Ай, как же это криво все выглядит. Как же это. Ой, я не могу просто с этого. Как же оно все криво выглядит. Я просто, ну, офигеваю. Походу, ни у кого криво так не сделано, как у меня. Ну и ладно. Неважно. Так, сено я сюда не буду садить. Я посажу его сюда. Так, вот это что-то засохло. Здесь непонятно почему. Может, оно не было скопано. Здесь не видно. Очень плохо. На самом деле, что не видно, где что есть, где что нету. Надо уже автополив делать, потому что... Хотя он такой невыгодный тоже, на 4 клетки. Ну что это такое? На 4 клетки поливает, это мало слишком. Это очень мало. Так, что это такое? Перец и помидор. Давай помидор сначала, наверное, высажу. Вот так вот в линию. Так. Ну, получается, вот сюда еще тыкнуть. И перец. Помидор, перец, в принципе, одно и то же. Оно как бы сходится все. В одну кучу. Так. Хоть бы дождь пошел, что ли, один раз. Потому что так тяжело это поливать. Я просто не могу так петушков закрыть. Чтобы там всякие звери не лазили. А то мало ли. Что там происходит? Что-то происходит непонятно. Что происходит? А, энергия почти заканчивается. Ёлки-палки. А, сожри что-нибудь. Бляха, вот это я не заметил. Ну ладно, утром полью. Не страшно. На самом деле. Так, это у нас сколько от ней? Один прошел только что. Ну ладно, хорошо. Дождь. Ох, я этот, вот это... Вот это моя благодарность просто за дождь. Это мое почтение. Так, кудрявая капуста у нас еще есть. Волокна, которые мы, в принципе, не используем. Возможно, их надо продать. Посмотрим на крафты. Хоть одно волокно здесь где-то используется. Абсолютно нигде не используется это волокно. А нет, используются волокна. Для пугала. Ну, раз используется для пугала, пускай будет. В принципе, мне не жалко его хранить. Потом будет с чего пугало сделать. Нам бы на самом деле крабовую ловушку, но там 3 железных слитка, ты издеваешься. Невыгодно, не-не-не. Спринклер. Тоже какой-то маловыгодно, если честно. На 4 клетки это очень мало. Прям очень-очень мало. Даже не знаю. Так, я продам сено на самом деле. Вот мне оно не нужно. Вот это вот сено именно. Что еще продам? Коралл, может быть. Хорошо, это продам. Диск продам, а якорь оставлю пока. Так, привет, у меня тут завалялась лишняя древесина, я подумал, может тебе пригодится, Робин, пока. Спасибо, Робин. Дружелюбный Робин, конечно. Это хорошо, это прикольно. Так, спасибо, дружок мой, Робин. Так, вы сегодня, походу, сидите дома, потому что там что-то неблагоприятная погода, на самом деле, я вас пускать не буду. Так, пшеница взросла, это хорошо. Их, нихера. Так, это я оставляю на корм, а это я продаю. Хорошо. Это продать, это продать. Это на корм. Это на корм оставляем, значит, на корм. На самом деле уже надо бы задуматься о силосной башне. Потому что, да. Так, древесинку в древесинку закинем. Это сюда. Яйцо, может быть, подарим кому-нибудь. Блин, руду надо плавить вот эту. На самом деле. Потому что что-то я... Ее вроде как и плавлю, а... А чё не плавишься?
Ага. Да пускай плавится, короче. Сколько она? Долго она плавится? По-моему, недолго. Есть курить. Как она жестко стреляет. Молния. Очень долго, конечно, плавится. Ладно. Не буду пока этим заниматься. Не до этого. Совершенно. Но пускай по чуть-чуть будем уже как бы иметь на руках то, что нам нужно. А ты чё это не собрал-то? Продать. Как бы сейчас лень. А, суббота сейчас, да? Ну, магазин, в принципе, работает, закупаться можно. А есть ли смысл? Ну, смысл, наверное, есть, потому что... Бляха, не пугай меня так. Так, задание новое какое-то. Требуется барабулька, мне такого всегда мало. Димитриус, я возьму. Я потому что иду сейчас, наверное, порыбачить немного. Заодно отношения с Димитриусом наладим еще более крепкие. Наверное, да? Барбулька это у нас на пляже ловится. Может, артефакты какие-то? О! Вот эта хрень тоже продается неплохо, на самом деле. Да и про это подарить можно кому-нибудь коралл. Хотя кому нужен коралл, если подумать вот так честно? Так. Добрый вечер. А, добрый день, точнее. Так, что у тебя тут есть еще? Большой аквариум. Можно поставить в доме. Предмет интерьера. Интерьера. Ну, пока не интересует. Кровать двухспальная. Можно поставить в доме. Тоже не интересует. А. Ну, в принципе. Так, барабулька за сколько? За 140 он мне даст 220. Сомнительно, конечно. А, 4 барабульки. А. Не, сомнительно, конечно, чтобы продавать. Чтобы покупать барабульку и продать ее за 220, Димитриус. Это как-то странно выглядит. Давай, пускай будет эта рыба, которая мне нужна. Чтоб я долго не ждал. Пожалуйста. Берикс. Ну, это не то, но хорошо. Надеюсь, она побыстрее выловится. Сколько там силосная башня стоит? 3000. Ну, если 3... Опа, сундучок, опа, сундучок. Бляха, сундучок возьми, пожалуйста. Ага, отлично. Так, Берикс и сундучок. Вот это нам пригодится. Железная руда. Бесплатно. Это неплохо. Это неплохо. Чуть клёв не проклевал. Так, опять сундук, я не успею его поймать. А, мог бы успеть, ну ладно. Да шо один берег-то ловится? Невыгодно, невыгодно. Но я сейчас куплю в любом случае, если не будет. Опа, рыба жесткая. Рыба жесткая пошла. Тихо. Тихо там, не кипишуй. Ага. Ну ты поймана, короче, да? Ты все равно поймана, если что. Тунец, но не... Барабулька. Да мне пофиг, я куплю. Я все равно заработаю с этих. Там она не так дорого стоит, если что. Слушай, а можно покупать по дешевке и продавать по... Ну-ка, подожди. Сколько ты возьмешь за вот эту Берикс? У тебя Берикс продается, да? А, 93, 62, 154. Ладно, короче, собирай вот это. А я куплю, получается, барабулька, которая самая дешевая у тебя, это 116, да? Я одну купил, да? Я свою, наверное, выкупаю. Короче, пошли сдадим Димитриусу. Как же она пугает меня, вот эта молния. Просто невозможно. По-быстренькому отнесем. Не будем портить отношения, на самом деле.
с нашими друзьями, потому что это нам не нужно. Так, Пьера что-то закупиться надо, нет? Семенами, может? Какими семенами еще закупаться, я даже не знаю. Да поливать все надо будет, я не хочу это поливать, но... А спринклер очень дорогой, потому что там нужно железо. Так, Робин на месте. Да, на месте. Я до нитки, да-да-да. Ты готовишь что-то? Приветствую, оставайся пока здесь, если захочешь согреться. Ой, такие добрые, конечно. Прям радуюсь. Так, а... Барабулька, кстати. Ты просил барабульку, вот тебе барабулька. Привет, да, это же барабулька. Выглядит просто отлично. Так вот, твое вознаграждение. Так, доставка 225. Спасибо за вознаграждение. Так, подожди. Внезапный кашель просто возник на ровном месте. Ничего страшного. Так, ну Димитриус, мы прям нормально прям идем к цели намеченной, чтобы подружиться. Мы можем, наверное, заходить уже. Да, можем заходить спокойно. Прикольно. Прикольно, на самом деле. А дверь бы закрыл, на самом деле, за собой, потому что я невежливо не закрывать двери. Так, Амару еще не дружит. Ну, хорошо. Блин, они, надеюсь, не будут ругаться на то, что я как бы открыл дверь и не закрыл. Так, здание для фермы. Давай посмотрим. Силусная башня стоит 100 золотых всего-то. Я думал, она 1000 стоит. Без проблем, я сейчас куплю. Чё-то я думал, она 3000 стоит. Слышишь, она нихера себе 100 золотых стоит. Чё так мало-то? Пошли домой, слышишь? Давай копить. Блин, а надо посмотреть, что там. 100 древесины, по-моему. Глины что-то там. Так, подожди, я сейчас забуду. Так, вот это что такое у меня? А, железо. Сколько ты там говоришь нужно? Подожди, где? 100 камня? 100 глины? А, камня нужно много. Так, мельница, сарай, рыбный пруд. Вот это бы нам, да. Потомство бы их собирать, на самом деле, было бы неплохо. Так, вольер для слаймов стоило. Большой птичник. До 4 птиц одного вида. 10 тысяч, но это пока не наши. Это пока не наши размеры, если что. Мы такое не поднимем. Короче, 100 камня, 10 глины. Ну, глина где-то там должна быть 100%, а вот насчет камня я не уверен. Но да похер, у нас есть как бы сила, энергия еще, поэтому я думаю, поработаем немного. Нет, покупать не буду. Я задолбаюсь поливать. Поливать пока не буду. Покупать не буду. У нас там перец растет, помидоры. Какие-то еще семена смешаны. Я не буду ничего покупать пока что. Так, вот это на продажу поют коралл. Деньги нужны. Деньги нужны. Так. Что там по птицам? Птицы спокойно спят себе, пускай спят. Сегодня такая погода не хорошая, на самом деле, но хорошая, потому что поливать не надо. Так, кошка тоже в доме, кошка молодец. Ты бы смотрела телевизор, наверное, потому что что тебе еще делать? А, глины у нас вообще нет. И камня тоже. Печально. И медного слитка почти нет. Ну, давайте я закину тогда. Пускай плавится. Пускай плавится. Или мне не надо слиток? Что-то не помню. Подожди. Уголь не взял. Уголь не взял. А. Вот как обычно, да? Откуда глину брать? Я что-то не помню. Как ее брать? Так, уголь. Идешь со мной, собственно. Это что такое? Давай возьму еще это, посажу. Зачем оно мне? Типа, как бы тут не это самое. Потому что, как бы, да. Да не шуршит там нахер.
Посажу эти семена, на самом деле, пускай растут. Чё, мне жалко, что ли? Мне не жалко, пускай растут. Опа, пошли заправим. И пойдем добывать глину. Или камни. Давай сначала камни попробуем. Как глину добыть? Она же не добывается. Не, она не добывается, так как я думал. Есть! Курить! Охереть! Опасно. Конечно, тут только деревьев. Бляха, вот это я, короче, да. Сейчас бы нарвался на молнию. Блин, ну тут камней так мало. В шахту бы пойти, на самом деле. Действительно. Действительно в шахту бы пойти, слышишь? Там и глина, может быть, найдется. Ну тогда знаешь что, я выложу лишнее. Вот буквально вот это, вот это, вот это. Топор оставлю, может быть, пригодится. Лейка мне не нужна, глина не нужна тут. Вот это оставить, вот это возьму. Камни я оставляю. Так, факел бы сделать на самом деле. А как он там делается? О, да, много факелов сделаем. Может быть, пригодится, я не знаю. Так, это обратно, это туда же. Тоже туда же, это туда. Жеода пока оставлю. Пошли, получается, в этот. Вроде все у нас есть, готово. В шахте у нас никто не побеспокоит, никакая это самое. Заодно железо, может, накопаем, в конце концов. Ну что, сколько можно уже. Это получается через Пьера, вот куда-то через... Ага, ясно. Через, короче, Робин надо проходить. Ну, пошли. Что делать? Пошли через Робин вот сюда. Шахтерское дело, оно не легкое на самом деле, поэтому придется терпеть. Блин, можно было прокачать, но на самом деле сейчас качать вообще не до качания. Вообще не до качания этих кирок. Да, этих инструментов вообще сейчас не до качания. Потому что мне нужно... Ну хотя... Да не. Чё-то как-то не-не-не. Так, лифт работает, кстати. Это какой пятый? Давай самый нижний. Потому что... Хрен мне тут делать. На самом деле, я бы... Так, а надо искать ниже. Вход. Чё я тут буду сидеть-то? Ага, вот и вход. А это железо, да? Нет, это просто камень. Так, медь еще копаем. Копаем медь. Как железо выглядит, я без понятия. На самом деле. Так, мушка летит это. С нее тоже что-то можно сделать прикольно. Я не помню, что, правда, правда уже. Но что-то из нее делается, если что. Так, а где железо добывать? Железную руду искать, что ли? О, лесенка неплохо. Так, пошла, ходи сюда. Так. Блин, слаймы эти, ёлки-палки. Не хочу их трогать. А, можно? Камень. Отлично, камня надо. Камень нужен. А вот и железная руда, собственно говоря, да? Не, кварц. Обычный кварц. Ну, хорошо. Кварц-то кварц. Без проблем. Надо следить за состоянием энергии своей, потому что... Так, я куда-то опускаюсь, непонятно куда. А, тупо обход. Блин, а где лесенка ниже?
Ну, все равно ресурсы копаем. Так, сейчас бы слаймы на самом деле этих. Вот тут в удобном месте их. О, вылез один собака. Так, хпшку они немного. Да чё такие неуничтожаемые? Тихо, отравление какое-то пошло. Так, где лесенка? Серьезно, не вижу. Лесенку мне дайте. Чё-то я не могу понять, где лесенка тут. А, вот лесенка, чё я туплю-то? Так, эту херню надо убить. Хорош. Так, ну давай прогуляюсь, посмотрюсь, осмотрюсь, что тут-то, как тут. Пока ничего тут такого. Камень мешает пройти. Так, обход какой-то получается у нас здесь. По кругу, да? Получается, да, здесь вообще ничего полезного не вижу. Так, я бы сожрал, на самом деле. Она недорогая, эта похлебка, уха из форели. Но энергию прям восстанавливает круто. А, да ладно. Я не знал, что так можно было. Хорошо, буду иметь в виду, что это рыбное ухо восстанавливает энергию. О. Ну, мы и воспользовались, конечно, в месте, которое не совсем для этого подходит, но как бы что делать? Так, тихо, слайм. Так, не берется. Ладно. Сейчас. Тихо. Чё такие? Блин, самые противные противники, которые здесь есть. Вот это слайм, да? Меч надо прокачать в первую очередь, если хочешь здесь нормально работать. А, у нас еще задание какое-то там посвящение. 10 слаймов сразить. Сейчас, походу, выполним его. 23:10, слышишь? Домой надо возвращаться. Бляха, в натуре надо домой возвращаться. Хорошо, давай вылезти из шахты. Пойдем еще, походу, один денек. Есть курить. Как она долбит, я прям не могу. Как же она жестко долбит. Бляха, я, по-моему, помру. Ай, тупик. Не, это все, это ГГ. Я не дойду до дома просто. Опустите, может, пожалуйста, переночевать у вас. Мне надо очень жестко ночь. Заперт, время уже позднее, все. А, нет. 0-0, но как бы я держусь. Я думаю, уже все. Страшно. 0-0-10, 0-0-20. А что так быстро-то? Так, я надеюсь, меня бандиты не украдут никакие. Потому что уже спать пора давным-давно. Время краснючее просто, капец. Вот это я заработался на шахте, но что-то я хотел, смена такая долгая у нас. У шахтеров. Благо, я уже домой пришел, так что ладно. Ничего страшного. Ну вот, я уже дома, все. Чего страшного? Кота что-то прям не видно, не знаю, где он. Но это не мои проблемы, если что. Новый рецепт изготовления лестницы. И горное дело прокачалось до 2 уровня. И деньги прокачались тоже хорошо. На 700 неплохо. А что это так дорого продается? Вот это? Фермерство что-то прям не очень продается, если честно. Лучше уж ракушки собирать всякие. И на них продавать. Так, 3000 мы уже копим, кстати говоря, на этот. Это я закину сюда, это сюда тоже закину, это мне не надо. Это камень пойдет к общему камню. Здесь что? Кладовая, комната искусств, аквариум. Это пока все не, это, не до меня пока. Так, хорош, опять письмо пришло. Здорово, молодежь, в городе у меня сухо, как в пустыне. Мне нужно промочить его светлым... Элем, у тебя есть? Обычно пиво тут не сработает. Нужен светлый эль. Без понятия, что это такое.
Так, оно мне само автоматически добавилось. Так, мне бы пожрать на самом деле купить. Я зайду пожрать купить и пойду опять в шахту. Потому что это выгодно сегодня делать. А, несмотря на то, что у нас нет... Так, в салон. А, он еще закрыт, походу, да? Тогда пойдем порыбачим где-нибудь на реку. Где здесь река поближайшая есть? А здесь, в принципе, море близко. Давайте порыбачим тогда. А, удочки у меня нет. Вот тогда пособираем что-нибудь. Ништяки всякие тут проваляются. Чего бы не пособирать-то? Смотри, сколько много. А, что это такое? Морской еж. Коралл. Они очень дорогие, если уж на то пошло. Они очень дорогие. Так, рыбалка. Все нормально сегодня идет как-то? Как рыболовля? Если купишь удочку получше... Да я это знаю. Так, он на рыбалке с утра получается. Ну, кстати говоря, давайте им подарим мидию. Чего уж будем жалеть ее? Подарок, спасибо. Что у нас по отношениям? Ну, на самом деле, неплохие у нас тут отношения прокачиваются. А вот это что? Коллекции. Это все, что я собрал? Так, ну я не так уж много собрал тут, если что. Ну хорошо. Ну хорошо. В клуб надо зайти. Может, вот это надо куда-то закинуть, аквариум. Так, а я могу отсюда смотреть? Могу. Аквариум. Океанский. Это не то. Это тоже не то. Тоже не то. А как? А как? Где? Устрица. Мидию можно было скинуть. Ну ладно. Буду иметь в виду. Раз такое дело. Так, 8 часов. Сейчас будет открыто этот. Салон откроется, наверное, 10. Так, а где он? Подожди, я что-то запутался. А, он с этой стороны, нет? Так, подожди, что ты мне путаешь? Вот он. Я бы сейчас музыку изменил. А, с 12 аж работаешь. Чего так долго-то? Ну, давай к Пьеру зайду. Да чё вы так долго все открываетесь? Побыстрее бы открылись. Так, телевизор смотрит. Может, подаем гребешок? Не знаю, зачем. Он море вроде как тоже любит. Спокойствие, тишину. Для начала поговорим просто. Тебе не холодно? Таких свитеров, как раньше, теперь не делают. Да, улица как бы лето. Так, я подарю гребешок, потому что почему бы нет? Подарок? Ты хочешь что-то взамен? Да нет. Зачем мне что-то взамен? Наблюдает за мной, смотри. Я просто тут как бы гуляю. Все спокойно, все тихо. Деликатесом, кстати, считается. Морской еж. Колония крошечных существ, которые собираются... Я уж не знаю, бабушке нужен коралл вот этот морской еж, но подарим на всякий случай, почему бы нет. Пахнет ужасно. Ну, а кто знал, ведь кто знал, что такой хуёвый подарок на самом деле окажется? Я не знал, что подарок такой на самом деле хуёвый. Будем иметь... А чё, он следит за мной, что ли? Я ему гребешок подарил, он выехал за мной. Так, что хочу купить? Что хочу купить? А что хочу купить? Ничего хочу купить, ничего не хочу купить. Есть что поесть? Не, у него, короче, эти. Слушай, на самом деле, нам бы. Так. А что у нас тут подешевле есть? Абрикос. Самый дешевый. Плодоносит весной. Растет только, если 8 клеток вокруг не заняты. Ну, это такое, знаешь, сезонное дело. Я что-то пока не уверен, что нам надо в это лезть.
Что, в натуре следит, что ли? Я не понял. Что-то прям такое ощущение, что да, следит. Ну да ладно. Салон закрыт. Непонятный, короче, этот. Ну да ладно. Будем наблюдать тоже за тем, что он следит за нами, ну. Окей. Ну что мне делать? Давайте покосим пока лишь... О, собираем... Мне нечем косить. Да. Это территория моего клуба, я так понимаю, полностью. А как качаться? Подожди. Так он не качается. Он не хочет качаться. Сюда можно тоже сесть. Можно. Сюда можно залезть? Ну, наверное, да, но пока не вижу. Покачались, короче. Горки не хочет спуститься, потому что нельзя. Здесь какой-то бардак настоящий просто. Жесть. Ну, это мое, 100% я отвечаю, это мое. Камни собираем, естественно. 12:00, пошли. Забирать себе еду. Покупать. Так, он следит за мной там, нет? А его здесь нет уже. Ну да. Странный человечек, на самом деле. Ворчаливый, но... Мне кажется, это... Что такое? Я что-то подорвал, что ли? Или мусор очистил просто? Так, сменим композицию немножко. Повеселее что-нибудь. Так, далекая банджа, может. Или вот это. Нет, это уже все слишком скучно, мы все это уже знаем. Так, беспечная. Вот пускай что-то такое интересное играет. Так, что тут можно закупиться у тебя, слышишь? Спагетти, хлеб, пицца, 150 энергии. О, пиццу я бы купил, на самом деле. Это все остальное рецепты, да? Давай пиццу куплю. За 600, блин, дорого. Туда спагетти куплю. Буду есть в дороге. На самом деле, время очень много потеряно уже. Надо спешить, надо спешить. Как же много времени потеряно. Как же много времени потерял. Ну да ладно. Надеюсь, ничего страшного не произойдет. Та-таран-таран-таран-таран. И музыка сменилась уже, ну ладно. Так, по-быстрому в шахту, на самый нижний этаж, по лифту. Поехали на лифт, короче. Мы же теперь образованные люди. Ездим только на лифтах. Получается, только до 5 можно, да? Ну, это, на самом деле, не очень хорошо. Если до 5 только можно. Опять эту лесенку искать придется. Я не... А, вот она. Ну, хорошо, хоть рядом было. Так, я напоминаю, мы медь копаем, на самом деле. И вот от этих вот чертей надо остерегаться. Сейчас нападет, ага. Ты бляха, какой же ты жесткий. ХП тратит мое невероятно много. Какой же он противный, этот слизень. Ой, слизни, конечно, это противная херня. Я надеюсь, мне этим заниматься постоянно не придется. Ой, это... Мышкадр, он прям очень слишком сносит много. Много хп сносит мышкадрон этот. Камни. Ничего полезного. Хотя, что ничего полезного? Камни нам нужны все-таки. Так, мышкадрон, иди сюда. Так. Железо бы найти, серьезно.
Но походу ниже находится. Вот что такое? Что это такое? Земляной кристалл. Возможно, ценный. А возможно, нет. Так, ну здесь нету лесенки даже. И это напрягает. Что мне здесь делать? Надо искать лесенку. Что-то я не помню, в каких она камнях может быть. Или во всех, или в каких-то особенных. По-моему, в каких-то особенных, если честно. Опа. Что это такое? Медная руда, уголь выпал. Медная руда, а, так медная руда. Копается еще тоже. Что-то прям не везет сегодня. Вчера нормально пошло дело горное, а сегодня что-то как-то не особо. Где эти лесенки-то все находятся? Целый рандом этот, конечно, не очень прикольный. Я уже обкопал все практически. Так, эта херня мне тоже дамажить будет или нет? Ну, камней я хоть заработаю. И то хорошо. Надо бы слизней уже порубить. Потому что мы там в гильдию копателей собираемся вступать или что-то вроде того. Ну где лесенки-то, ёлки-палки? Где рандом мой? На везение. Короче, что-то походу на железо прям не далеко еще. Так, бахни спагетти. Так, ну что-то прям слабенько. Рыбная эта похлебочка. Выгоднее на самом деле. Ее выгоднее покупать даже не на рыбалку, а вот на копание. Вот серьезно, эти ты чай, она дешевле даже. Спагетти за 200, а то за 150 стоит. Надо бы рецепт, наверное, купить, самому делать. Так где же лесенка-то, ну? Я либо слепой, либо я слепой в натуре. Я уже все выкопал здесь. Что-то я не понял ничего. Вот еще пару камней осталось. И тут лесенки нигде нет. Ага, вот ты где. Мне жрать нечего. А нет, есть. А он энергии не придает вообще нисколечко. Обидно. Обидно. Так, мышкадрон, а уйди отсюда, пожалуйста. Так, слизни. На самом деле не хочу с ним бороться сейчас. Это не от времени выйти из шахт. Это, а это что такое? Ваша кирка слишком слабая, понял. Тогда не буду лезть сюда. Так, Мару там, наверное, смотрит за звездами, как обычно. Опять я в тупик зайду за сейчас. Нам в тупике не нужно. А вот тут сюда можно повесить, кстати, вот эту новую приблуду, которую мы там придумали уже. В крафтах. И это будет неплохо. А, сейчас продадим, короче, лишнее и заканчиваем на этом серию, потому что что-то прям, да. Что-то прям сегодня ничего такого полезного. Не удалось сделать ни силусной башни построить, потому что там нужно глины очень много. Где глину купить? Без понятия, зачем я ее продал. Если бы я знал, что она понадобится, то я бы ее не продал. Ну ничего. Будем искать. Будем искать, будем развиваться. Так. Продаю, продаю, продаю. Минерал. Так, это музей можно сдать.
Ну, остальное, наверное, продавать не буду. Так уж и быть. Пошли спать. Так, фермерство, собирательство. Очень дорого вот эти вот продаются цветочки, на самом деле. Их надо продавать прям, я не знаю, прям очень надо продавать. 15 день, тоже мы... То есть мы уже поллета провели. Так, это у нас все задание активное. У нас там дождь идет, это прекрасно, поливать ничего не надо. Собственно говоря, все. Мы на этом закончим. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и до скорой встречи.